Привет. Здравствуйте. Знакомься. Это моя жена. Галина. Иван. Наш капитан. Очень приятно. А это моя жена. Алена. Такие молоденькие. Мы только недавно поженились. Пойдем, я тебя со всеми познакомлю. Пойдем. Пойдем. Ребята, знакомьтесь. Жена капитана Алена, Наталья, Павел. Павел радист. А что ты такая грустная? А, так на 2 месяца уезжают. Ну, это же ненадолго. Не переживайте. Пойдем, пойдем. Знакомьтесь, жена капитана Алена, Вера, Николай Степанович. Очень приятно. Лоцман, очень приятно. Лучший. Взаимно. Пойдем, пойдем. Лёшка, обязательно, обязательно горячий, пожалуйста. Лёшка, Елена Петровна, знакомьтесь. Алена, жена капитана. Очень приятно. Ой, здрасте, жена. Я Лёша. Мне тоже приятно. Тимур. Тимур. Знакомьтесь, жена капитана Алена. Тимур Ульянов. Здравствуйте. Пойдем. Маш. Маш, знакомьтесь. Жена капитана Алена. Илья. Наши врачи. Здравствуйте. Ну все, парни, пора. Ален, все, мне пора. Береги себя, не волнуйся. А ты себя береги. Я тебя люблю. А я тебя. Ну чего ты? Я же скоро вернусь, ну? Ты только жди. Угу. Ну все. Я буду скучать. Возвращайся скорее. Угу. До встречи! Ну что, добро пожаловать в клуб жен. А почему глаза на мокрые? Мы поженились. А, поздравляю! Ничего, ничего, потом привыкнешь, еще будешь радоваться. Девочки, да. Предлагают, как всегда, ко мне. А, спасибо. А, конечно. Ален, любимая, как ты? Все хорошо, Ванечка. Жду тебя. А у меня сюрприз. Мы в Суэце прохода не ждали, так что идем быстрее расписания. А когда вернетесь? 3 недели. Ой, как здорово. Вот один. Иди на рейд. Люблю тебя очень. Встречай сухогруз Днепро. Уже прошло, Ален? 1 месяц и 3 дня. Как он там, наш капитан? Хорошо. Я с ним вчера из диспетчерской связывалась. Ага. Говорит, через 3 недели может уже вернется. Ну, дай ты Бог, дай ты Бог. Угу. Ну все, я на работу побежала. Подожди, ты ж не ела ничего, так нельзя, Ален. Ты и бледненькая какая. Не хочу. Ты часом не заболела? Ну-ка. Да нет, вроде нормально все. Только тошнит в последнее время и слабость какая-то. Девочка моя, а ты случайно не беременна? У вас беременность 6 недель. Поздравляю. Спасибо. А что теперь делать? Да ничего особенного. Правильно питайтесь, поменьше волнуйтесь. Идите, обрадуйте мужа. Ну да. Хорошо. Спасибо. До свидания. Одиссей, прием, не слышу вас. Одиссей, прием. Дим, можно я? Одиссей, прием, не слышу вас. Одиссей, ответьте. Что случилось? Ален, мы пока не знаем. Одиссей, ответьте. Дима, а что с Одиссеем? Что случилось? Пока не ясно. Связь потеряна. Одиссей, прием, не слышу вас. Тебе нельзя сейчас здесь находиться, сейчас Одиссей. Начальство придет. Ну что, Рома, доигрался? Алена, что ты здесь делаешь?
Здесь посторонним нельзя уходить. Все будет нормально. Иди, как станет ясно что-то, я тебе сообщу. Одиссей, прием, не слышу вас. Одиссей, ответьте. Одиссей, прием, не слышу вас. Пока не отвечают. Ты что, ты сидишь? Набирай! Да ведь только что набирали. Набирай еще раз! Черт! Как там погода в регионе? Ну, небольшой шторм. Может, со связью чего? Связь, чертова связь. Да все, может быть. Ну что, отвечают, нет? Нет. Еще раз набирай! Так, почему здесь посторонние? Я не посторонняя. Я жена капитана Стрельцова. Что с Одиссеем? Убери ее отсюда. Мы пока не знаем, но ты не волнуйся, все будет хорошо, слышишь? Пойдем. Ну почему? Почему он не отвечает? Почему Одиссей не отвечает? Не переживай ты так, ну это обычное дело. Мало ли, что могло случиться. Может, у них там поломка или шторм. Ты думаешь? Конечно. А почему Кулагин так кричал? Роман Дмитриевич, он всегда так разговаривает, не обращай внимания. С Одиссеем все будет хорошо. А с Иваном? Ведь он... с ним ничего не случится. Ничего не случится. Ванька, он какой капитан. Помнишь Атланту? Ну, он в такие рейсы ходил, здесь никому никогда не снимет. Команда у него крепкая. И что я тебе рассказываю? Ты же сама все знаешь. Как только появится какая-нибудь информация, я тебе сразу сообщу, хорошо? Мы с Ванькой друзья, будем ждать ее вместе. Хорошо? Хорошо. Ты извини меня, я просто... Спасибо тебе. Все, я успокоилась. Ты иди давай туда, я тоже пойду работать. Ален, я сразу сообщу. Так, Алена, а что ты себе позволяешь? Почему документы все разбросала? Как я все теперь соберу? А? Так. А что случилось? Что, плохо себя чувствуешь? Что-то болит? Иван. Что, Иван? Он... Ну что, говори, что, Иван? Одиссей не выходит на связь. Там все в диспетчерской. Меня выгнали. Давно? Второй день уже. Говорят, может, какие-то неполадки. Такое может быть. Может, конечно. Ну, конечно, может. Они же в открытом море. Там и связи может не быть. Ну, все, давай, прекращай. Прекращай, здесь так вон сырости полно. На, все. Господи, да знаешь, сколько таких случаев у нас в порту было? Вон 8 лет назад. Судно пропало, 2 недели не выходило на связь. Ничего, потом нашли. Правда? Да, конечно, он и Лешке не даст соврать. Леш! Помнишь, у нас судно пропало, как его, сухогруз, Десна, что ли? А, конечно, помню. Ну. Там это капитан со всей командой запили, а потом тут 2 недели курались по горизонту. Ты что несешь?
Ну что ты несешь, а? А что, а во всем боцман виноват? Он это, проговорил, что спирт везут. Ты, Леш, иди ты со своими байками. Не так все было совсем. Не так все было. Знаешь что? А давай-ка собирайся домой. У тебя сколько отгулов собралось с ночными? 4. Вот давай, я тебя отпускаю. А потом вернешься. Аленушка, родная, ты бы поела чего-нибудь. Не хочу. Ну, хоть чайку тогда попей. Ну, нельзя так себя изводить. Ты сейчас не только о себе должна думать. Разорившейся авиакомпании все еще находится в аэропорту. Пострадавшим при аварии в Днепропетровске вылетел самолет со спасателями. В северном районе Таиланда новая угроза наводнения. А теперь об этих и других новостях подробнее. А про наших ничего не говорят. Ой, ну ничего, все образуется, все будет хорошо. Надо только в это верить и ждать. Да, все говорят, надо ждать. 4 дня уже. А давай я тебе сейчас валерьяночки накапаю и сама с тобой выпью. Но если говорят, нужно ждать, значит, будем ждать. Сейчас я вас. Алена, тебя. Галина какая-то. Галина? Угу. Алло. Что сказали? Кто? Что известно? Они живы. Что? Какие новости? Из спорта звонили. Сказали, Одиссей нашелся. Господи мой бог. У тебя сердце нет, понятно? Я прошу тебя, человечески, напишите сердце, у тебя нет. В конце концов, войдите в наше положение. Это правда, Одиссей нашелся? Да. Да вроде бы. У Наташки кто-то в порту дежурил, ну и слышал. Да, но только я сама толком ничего не знаю. И нас внутрь не пускают, Алена. Ну, в любом случае, нам нужно туда попасть и все узнать. Правильно. Давайте еще раз. Давай, Наташа. Откройте, пожалуйста. Откройте. Женщины, еще раз говорю, не положено. Режимная территория, вход по пропускам. По пропускам? Ну по каким пропускам? Ну поймите нас, ну у нас там мужья гибнут, а нам никто ничего не говорит. Ну, я не сойду с этого места. Не стойте! Все равно вам здесь никто ничего не скажет. Подождите, подождите, подождите. Ну, пожалуйста, нам очень надо к капитану Порт. Ну, вы же знаете, у меня пропуск есть. От мужей наших 6-е сутки никаких известий. Пожалуйста, впустите. Ладно, Алена, проходи. Спасибо. Еще одна. Кто-нибудь? Давайте. Так, вот только не она. Вот эту горлопанку я не пущу. Я пойду. Сын у меня. Так, запросите информацию береговых служб и оповестите все суда в зоне исчезновения трекингового сигнала. Хорошо, Геннадий Петрович, все сделаю. Да. Геннадий Петрович. Алена, проходите. Есть какие-то новости? Садитесь. Чаю будете? Нет. Нет, спасибо. Ну, ничего скрывать от вас не буду, потому что сам ничего не знаю. Нам позвонили и сказали, что Одиссей нашелся. Ох уж эти языки. Есть информация, что 2 дня тому назад одно датское судно, находящееся в этом районе, получило сигнал бедствия от неустановленного судна. Связь с этим судном установить не удалось, а сигнал бедствия не повторился. Предположительно, это мог быть Одиссей. Но сейчас там шторм.
Будем надеяться, что они живы, и мы сможем им помочь. Геннадий Петрович, так а нам что делать? Молиться и ждать. Все будет хорошо. А мы делаем все возможное. До свидания. До свидания. А я знала, что он не вернется. А я знала, что он погибнет. Как я теперь без тебя? Маня, Манечка, пожалуйста, не надо. Манечка. Илюша! Манечка, Манечка. Алена вон только замуж вышла, и то держится, не плачь. Ну, пожалуйста. Маш, а ты верь. Верь, что он вернется. Все будет в порядке. Ничего с твоим Илюшей не случится. И с Иваном моим тоже. Обещал, значит, вернется. Вот правильно Алена говорит. Девчонки, а, дорогие, ну хватит слезы лить. Ну ничего же еще неизвестно. Вот мой Коленька, ну сколько лет он ходит, а ничего не случилось. И сейчас пронесет. Главное – это верить. Правильно, правильно. Вот они там за стихии сражаются, а мы должны их поддержать. Девчонки, ну мы же жены моряков. Правильно, а? Девочки. Ну, главное – верить. Ой, девочки. Права ты, Алёнушка. Права. Будем верить. Рома, я слышал, у тебя проблемы. Где мой груз? Уже доложили. Я не знаю, что с твоим грузом. У меня судно с командой пропало. Так головой надо было думать, когда маршрут прокладывал. Давно не отвечает. Дней 9. Ну что же, Рома, тогда готовь деньги. Тебе их много понадобится. Аванс вернуть придется. И за мой груз отдельно рассчитаться. Подожди. Если с Одиссеем что-то случилось, я получу страховку, я все выплачу. Алло. Роман Ильич. Что? Ну что, есть какие-то новости про Одиссей? Молчит Одиссей. Понятно, это в порту неспокойно, там жены моряков проход не дают. Их можно понять, у них там мужья, они волнуются. А я не волнуюсь? Я тоже волнуюсь. И за груз, и за нас с тобой. Все, иди работай, не мешай мне. Сергей! 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 Что? А, Ален, прости, не услышал тебя. Ну что, как ты? Меня сейчас больше волнует не я, как там мой муж. Ты обещал сказать, как только будет что-то известно. Почему нам ничего не говорят? Да потому что неизвестно ничего, Алён. Я ничего не знаю. Никто ничего не знает. Нет вообще никакой информации. Я только что был у Кулагина. Тоже очень переживает. Мы все очень переживаем. Понимаешь, это же все-таки наше судно. Это наши люди. В конце концов, наши деньги. Ну... А сам ты, что думаешь? Они живы? Ален, я хочу надеяться, я надеюсь. Но прошло уже очень много времени. 9 дней. Никакой информации до сих пор нет. Ален, я не выхожу из порта. Мы ищем Одиссей. Извини.
верну, верну. А что ты дергаешься? Все равно при своих останешься. Подумать надо. Хотя что здесь думать? Ладно. Решу с деньгами, я тебе перезвоню. Давай. Роман Дмитриевич, есть какая-то новая информация по поводу Одиссея? Есть, есть. Какая? В общем так, Сережа. Собирай всех этих баб. А? Хватит тянуть. Надо объявить официально. Что объявить-то? Я тебе сказал, баб собирай, а ты мне какие-то вопросы задаешь. Не могу я больше. Наташенька. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я прошу прощения, что заставил вас ждать. Женщины, на сегодняшний день факты таковы. Одиссей почти дошел до порта назначения. Но из-за сильного шторма связь с ним была потеряна. Но они успели передать сигнал бедствия. Этот сигнал приняли на датском судне, которое шло практически тем же курсом. Но так как они не успели передать свои координаты, то... В общем... Помощь запоздала. Судно затонуло. Экипаж пропал без вести. Но, скорее всего, они погибли. Нет. Что? Это неправда. Что он сказал? Простите. Я не поняла, что вы сказали. Иван погиб? Прошу прощения, вы, кажется, жена капитана Стрельцова. Я хочу вам сказать, я считаю, что в случившемся капитан не виноват. Женщины, страховая компания уже начала свою работу. Скоро вы получите денежные компенсации. А от себя лично я выплачу вам материальную помощь. Это все, что я могу сделать. Ален, это я во всем виноват. Иван попросил помочь, я помог. Я хотел как лучше. Я не знал, что все так получится. Ну ничего, Ален, я тебя одну не оставил. Я не одна. У меня будет ребенок. Его ребенок. Ты беременна? Только Иван об этом никогда не узнает. Thank you.
Мне сказали, что мой сын пропал без вести, что он погиб. Говорят. Это ты виноват, это ты во всем виноват. Да если б не ты, он бы не уехал из Питера, не пошел в этот дурацкий рейс. Ну что ты молчишь? Я не знаю, что сказать. Ты хоть понимаешь, что ты сделал? Да если б не ты, он был бы жив. Простите. Простите. Ты не понимаешь, ты его убила. Вот, Роман Дмитриевич, я тут подготовил документы для страховой. Угу. Тут расшифровка последнего сеанса связи. Состояние судна на момент выхода в рейс. Сводки погоды в регионе. И что вздыхаешь, Сереж? Роман Дмитриевич, может, мы с вами поторопились, а? Поторопились? Ты о чем? Может, надо еще что-нибудь сделать, я не знаю, собрать экспедицию. Все-таки это наши люди, это наши товарищи. Чего? А район-то непростой, Роман Дмитриевич. Может быть, все что угодно. Пираты. Ты что, фильмов насмотрелся? А теперь послушай меня, Сережа. Когда ты сюда устраивался, ты что мне говорил? Что ты все понимаешь, так? Что хочешь быть моей правой рукой? Кстати, а кто набирал команду на DC? Ты. Кто занимался грузом? Тоже ты. Только груз, Сереженька, специфический. Если хоть одна живая душа о нем узнает, это тюрьма. В общем, слушай внимательно. Судно «Одиссей» затонуло. Команда пропала без вести. Это официальная версия. Ты все понял? Не слышу. Понял. Понял. Не волнуйтесь, Роман Дмитриевич, я никому не скажу. Ну и молодец. Чего-то ты какой-то усталый, бледный. Сережа, иди отдыхай, на тебе лица нет. Давай, иди. Что с тобой? Тебе плохо? Нет. Все нормально. Да не убивайся это так, Господи. Ты же ведь так можешь ребенка потерять. Не спишь, не ешь. Ну разве так можно? Надо жить. Зачем? Вани нет. Больше ничего нет. Ваня. Я так была счастлива, когда вы поженились. Тетя Нина, а почему вы так уверены, что ваш Костик жив? Ведь он даже ни разу не написал, не приехал. Он даже не знает, что у него есть сын. Нет. Что ты? Я знаю, что он жив. И счастлив, наверное, где-то. Я верю. Алена, я знаю, что нам с тобой нужно сделать. Тетя, я не знаю, как молиться. Я тебя научу, ты повторяй за мной. Угу. Господи Иисусе Христе, Сын Божий. Господи Иисусе Христе, Сын Божий.
Молитва ради Пресвятой Твоей Матери. Молитва ради Пресвятой Твоей Матери. Услышь меня, недостойную работу Твою. Услышь недостойную работу Твою. Наставь на путь истины. Наставь на путь истины. Для спасения души и исцеления тела. Для спасения души и исцеления. Господи, благослови их на службу. Господи, на суше, воздухе, море. Пути и плавание. На каждом месте плавание. Твоего владычества. Боже, Господи. Пожалуйста, милостивый Господь, помоги. Помоги им. Родной мой, помоги. Пусть он выживет и вернется. Пусть он выживет. Тетя, я сбилась. Я по-другому сказала. Так можно? Ну, конечно, можно, Аленушка. Ведь слова это совсем не важно. Главное то, что у тебя на сердце. Господь, Он любые твои слова услышит. Ты, главное, запомни. На канун ставит свечку об упокоении. А вот если Спасителю или Богородице, то это за здравие ближних. Поняла? Тетя, а там за здравие? Нет, там за упокой. Сорок дней сегодня, с тех пор, как они похоронить даже по-человечески не получается. Вот решила Алена, ты еще здесь? А че домой не идешь? Да вот доделать хотела. Ну, ладно. Завтра доделаешь или послезавтра? Ну что, совсем не хочешь идти домой? Не хочется. Ты моя девочка. Потерпи немножко. Вот ребеночек родится. Сразу домой захочешь и жить захочешь. Давай, иди. Я сама все закрою.
Я закончила. Так, а где Кулагинский ключ? А я у него не убирала, он еще работает. Ну, это как обычно, последний. Я утром занесу. Ага. Обещал мне все уладить. Так почему мне тогда снова звонят? Ты знаешь, что они решили поторговаться, а? Такое ощущение, что доллар в мире подскочил. Вот, смотри, какой счет мне выкатили. Почти 2 миллиона долларов. Нет, я платить это не намерен. Потому что, во-первых, у меня нет денег. А во-вторых, даже если бы они были, я платить не буду. В общем, так. Одиссей затонул, команда объявлена погибшей. Все, точка. И по поводу выкупа, пусть мне больше не звонят. Давай. Что случилось? Девушка, вы кто? Я жена капитана Стрельцова. Да-да. Алена, присаживайтесь. Они живы? Вы о чем? Они живы, я все слышала. Алена, что вы слышали? Не подходите ко мне. Тихо-тихо, спокойно. Я все знаю. Что вы знаете? И про выкуп, и про Алена. То, что они живы, я Алена, все слышала. Алена, давайте поговорим, Алена. Не трогайте меня, я сейчас Алена, всем расскажу. Ну подождите, Алена! Сюда, быстрее! Что? Живы мужья! Собираемся все! Это что? Быстрее! Живы! О, Господи! Алло, да, я. Что? Да не может этого быть! Да бегу! Бегу, конечно, бегу! Пустите! Женщина, а что вы здесь делаете? Почему вы кричите? Что случилось? Верни мне моего сына! У Коли больное сердце, он ведь не выйдет! Отца детям верни! Ну что ты смотришь? Непонятно! Ты что думаешь, можно просто так выбросить наших мужей? Наврал нам, что мужья наши померли, и думаешь, что мы померли! Они живы! 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 Почему ты сразу не говоришь? Да, чего ты молчишь? А, Стрельцова. Ну, все ясно. Что-то вбило себе в голову, еще других взбаламутило. Не стыдно? Ничего я не придумывала. Я все слышала. Команда «Одиссея» жива. Жива! Жива! И на нее требуют выкуп. Выкуп! Ты мне денег жал! Плати выкуп! Плати! Что ты смотришь? Да послушайте вы! Послушайте меня, женщины, ну... Давайте не будем обсуждать этот бред. Давайте встретимся завтра. Я тебя умоляю! Хотите услышать правду? Я вам скажу. Да, Стрельцова права. У меня действительно требует выкуп. Алена, молодец! Я же говорила! Но выкуп... за корабль, а не за команду.
Женщины, Одиссей захватили пираты. Ваши мужья, ваши близкие пытались оказать сопротивление. Они все погибли. А зачем мне корабль без команды? Зачем мне судно, палуба которого обогрена кровью ваших родных и близких? Вы хотели услышать правду. Вот такая правда. Простите меня, женщины. Лёх, воды! Давай. Паш, пусти меня. Ну-ка. Ну что там? Что? Попей. Что было-то? Ну что там? Что будет с нами, сказали? Что? Сказали. Что? За нас отказались платить выкуп. Как? Почему? Вот урод! Ты что, обалдеешь? Вот урод! Нас же убьют! Парень! Помоги! Помоги! Вот сука-то, а! Кулагин, тварь, деньги зажал! Ты что, все правильно? Страховка за нашу кровь получится, а деньги вам получится. Ребра целы, перелома нет. Мужики, а что у нас, кроме Кулагина, никто спасти не может, что ли? Мы же это... Государство-то где, мужики? Да какое государство? Да если он платить отказывается, значит, он сказал, что мы либо утонули, либо нас убили. А мне вот что интересно. Что же это мы такое везли, что Кулагин решил нас бросить? А? Ребят, да как обычно. Ну, хренату это все для сельхозтехники. Как обычно? Сельхозтехника? Что? А мы здесь сидим! Ладно, прекратите! Все, жильем, что ли? Все, это надо тут! Хватит. Надо мне это! Надо! Тихо! Попали, блин. Галка моя, с ума там сходит.